часа ночи, отключили свет. Камера на 2 часа где-то записи хватит, судя по батарее. На улице примерно 2 таких ведра воды, прудовой воды. Телефон на суперсберегательном режиме. Человек, что скинул мне сотрудничество с одной фирмой благодаря продукцию, которую я до сих пор с проблемами со слухом, с заложенными ушами, которые в итоге переросли в пробки, так и не поинтересовался моим здоровьем, что накладывает только негативный оттенок на эту компанию Greenway. Короче говоря, электричества нет, соответственно, 2 часов. Сейчас уже почти 12. Хорошо, что у нас есть... Да, сегодня последний день лета, 31-е. Сегодня у нас среда, я тут с воскресенья. С воскресенья вечера. Хорошо, что у нас в этом году все нормально с баллонным газом. Я себе вон супчик согрела. У меня тут часть посуды, которую надо помыть. Я вчера думала, ну что, все, я сегодня, по-моему, никто не знал, что будет гроза. У меня тут пол ведра, даже меньше колодечной воды. Сейчас надо будет пойти на колодец. Воды в колодце совсем-совсем мало уже. Хотя вот, ну, был дождик, может, там как-то прибавилось, не знаю. Кошка тут вылизывается. Печку не потопить, потому что что-то попало, скорее всего, в начале года в трубу. И вообще печку бы давно надо было немножко переделать, но все, как обычно, откладывается на последний потом. Но зато вчера были родственники, и вот печку замазали снова, те трещины, которые были. Чутко ее протопили, как бы дым вроде даже почти не шел, и шел даже частично в трубу, но там чисто вот чуть-чуть бумажку протопили, прожгли, и бумажка даже не прогорела до конца. В общем, печкой проблема, печку не потопить. С завтрашнего дня вроде как обещают похолодание на сколько-то дней. Дома пока что 18 градусов, на улице примерно столько же. И вот я тут осталась без света. Я так думаю, блин, как вот люди же раньше жили без света. Ну, как бы у людей тогда, наверное, была... Тогда же тут была печка русская в этом доме до того, как мы его купили. Вот. Не на компе не поработать. Не на телефон лучше лишний раз не трогать. В общем, ну и мой дядя забыл про меня, пообещав позавчера еще делать мне колесо на велосипеде. И вот вчера не приехал, я все еще без велосипеда, хотя камера вон лежит. Даже заплатки на всякий случай лежат. Такие пироги. Зритель, привет тебе и пока. Я внезапно нашла решение, где взять воды на мытье посуды. Я тогда набрала, но так тут и не посидела. В ряде разных обстоятельств. Кстати, зритель, не знаю, как ты, я вот совсем недавно узнала, что ил дает металлический привкус или металлический запах в воде. Смотри, там-то она прозрачная. Там еще за счет соли она прозрачная. А здесь, пока наливаешь, она прозрачная. А потом она вот такая темная, и когда вот моешься под ней, то запах ржавчины, металла такого чувствуешь. Мне вот в прошлый приезд объяснили, что это за счет ила, что там уже вот воды в пруду довольно мало, и бобры еще пройдут, замутят воду, и ил поднимается и идет по шлангу. Небольшая такая морось идет сейчас. Ну, вообще, с соседкой сегодня планировали, если мне мой дядя, которого принято называть не дядя, а по имени, сделает, поставит камеру новую на велик, на переднее колесо, то мы съедем в одно место, а если нет, то просто она мне даст велик, мы съедем. Но вот сейчас тут морось, наверное, мы не поедем. Я бы хотела съездить еще в одно место, даже договорилась с ней частично взять у нее один велосипед. Но так как была гроза ночью, ну, как бы трава сырая, то лезть туда сырыми листьями с кустиков не вариант. Может быть, завтра повезет, не будет дождя какое-нибудь время. Или, может быть, мне все-таки вспомнят про меня и поставят мне камеру на колесо. Вот сейчас отсюда водички можно набрать. Вот. Еще, зритель, смотри, почти больше полведра накапало с крыши за ночь, пока гроза была.
Так что, походу, прелестненько такая гроза-то была. Ну, судя по тому, что земля слегка мокрая была, когда я утром вышла. Блин, дождик начинает. Дождик не то чтобы, морость такая приличная, она как бы закрывать. Свет нам так и не дали. Сейчас уже вторые сутки пошли. Сейчас где-то, сейчас скажем, уже сутки прошло, как отключился свет, и вот еще 9 часов и 10 почти минут. Соседи звонили, это соседи меня угостили вчера. Хочу сделать варенье по рецепту своей соседки, и с кочурой чай пьем, еще посушить. Короче, ну тут ездили вчера в Ескино с той же соседкой, я взяла калину, она правда еще, ну как бы так, полежит, созреет, ну, немножко. Там вообще очень много калины на том дереве, на котором несколько лет ранее практически не было ничего, оно разрослось. Короче, звонили соседи в МЧС. Сначала соединили с Тверью, потом с Ярославлем, потом с Угличем. Звонил где-то еще куда-то. Звонили те же соседи в Прилуки председателю. И они все, да-да-да, мы это типа сделаем, мы к вам приедем, ваша заявка принята, потом товарищи из МЧС или кто там в Угличе отвечает за МЧС, если сказали, ваша заявка принята, но у нас типа дофига работы. Мне кажется, вот честно так вот, если у вас была заявка из какого-то 40 километров от города, а потом еще несколько заявок, надо, наверное, сделать сначала заявку в 40 километрах от города, а потом те, которые ближе. И мы надеялись с соседкой, что наивно надеялись, что если уж они работают круглосуточно, то они обязаны будут приехать, если, как они обещали, хотя бы в 9 вечера, пусть и будет темно, и сделать этот свет. Но к нам так никто не приехал, и, судя по всему, еще даже не пытаются приехать. Ну, раз я вот оставила, думала, часа в 2 ночи, прикола ради, я проснусь, потому что у меня загорится вот здесь вот лампочка. Но она не загорелась, потому что света до сих пор нет. Вот так. В холодильнике у многих, ну, короче, все, которые тут были, соответственно, потекли. И никого не волнует, что там какие-то заготовки, что-то вот в морозилках. У меня вот там мясо лежало, придется его варить. Я надеялась, что хотя бы к 9 утра, самое позднее, дадут свет, и я в медленноварке мясо сварю. Но, видимо, придется газу это делать. Государству настолько... пофиг, настолько, скажем так, грубое слово скажу, настолько насрать на свой народ в маленьких малонаселенных деревнях, что это просто страшно, учитывая, какое сейчас, в принципе, сейчас вот вроде есть интернет, есть мобильная связь, но государству, даже управлению, даже на уровне маленьких городов очень глубоко плевать на то, что у них творится под носом. Вот такая жизнь в России. Это для тех, говорю, кто думает, что тут дофига так круто. И вы так хотите в эту как бы страну на ПМЖ. Может, конечно, где-то и круто. Неправильно, конечно, делаю занавески, притираю, но их надо, в принципе, стирать, эти занавески. А окно запотело. На улице у нас, ну, видимо, уже 11 градусов. Было вот полчаса назад 10. А дома у меня с 18, вечером было 17. Давай фокусируйся, что ли. В общем, утром полчаса назад было 14, сейчас смотрю, поднялось до 15. В общем, у меня 15 градусов в избе. Печку я не рискую топить, потому что условия топления, современные условия топления печки для меня слегка стрёмные. Надо мышку убрать. Мне ночью принесли подарочек, жрать не стали, зато с ней поиграли. Она вон оттуда переместилась сюда. Короче, чтобы сейчас затопить печку, на, помимо того, что вот здесь расшить по умолчанию бумажку, надо очень глубоко в печку зафигачить все, что должно гореть, и растапливать. Туда тут сувать на этой самой рукой. Для меня это, я еще не готова морально к этому. Поэтому, если что уж, я... как-нибудь тут не замерзну, буду ходить тепло одевшись. Ну, одеяло теплое. Я делаю себе деревенскую грелку. Если ты, зритель, не знаешь, что такое деревенская грелка, это вот бутылка стеклянная. В нее наливаешь воду горячую, кипяток. Закрываешь, проверяешь, не протекает ли она. И под одеяло. С детства, помню, такую штуку делали. У меня тут посуда, которую надо будет помыть, чтобы помыть, надо погреть водички. Думаю, достать какую-нибудь кастрюлю и на газу согреть воды.
картошка, которую я вообще сама думала вчера жарить себе вместе с омлетом, но у меня есть кошка, которую тоже надо кормить. Такие дела. Завтра я уезжаю обратно, потому что тут холодно. Печку, к сожалению, нормальным путем не потопить. Но вроде как пророчат, что вот, если даже 18 градусов, то я сюда приеду обратно. Потому что я-то планировала тут как бы пожить еще. Немного в свое удовольствие, без прыжков, где там рысь слетел, где там что выставить, посушить. Ну, вообще так, просто пожить в свое удовольствие. Продолжаем наш репортаж. Короче говоря, у нас тут 3 часа дня. Товарищи, то ли из Плоска, то ли из Прилуг, то ли из Глубино, то ли из Углича, то ли из хрен знает откуда, внезапно к нам все-таки приехали. Ну и как знаете, в Угличе вот недавно пожар был. Я даже шорты сняла, как дым шел у цветочного. Короче, был пожар. Я читала комменты людей с Механки. Там приехали, как обычно. Ну, так же было раньше, несколько лет назад, когда я еще жила на Механке, галереи какие-то, гаражи. Приехало несколько пожарных. Постояла, посмотрела, вспомнила, что приехала без воды, свалила за водой, а потом приехала уже тушить то, что догорело. И тут примерно так же. Сначала полчаса стояла, смотрела, потом вспомнила, что нет воды. Приехали без воды и поехали до ближайшей булки в цветочный. Так, где-то в соседний район. Вот тут также они приехали, спустя сутки с лишним. Я вот тут по совету соседки сначала подумала в город везти, а потом думаю, а что мне лишнее тащить, у меня тут было мясо, благодаря, я не знаю, как без мата обозвать людей, которые вот до этого довели деревню. В общем, мясо у меня из морозилки стало такое свеженькое мясо свиное, я его вот пожарила вместе с макарошками, которые вчера делала с другим мясом, потому что холодильник же, ну, уже не работал. Короче, они приехали без всего. Видимо, думали, что не приедут. Вот приедут эти мастера электрики в деревню, в которой уже сутки с лишним нет света, и заявки уже куда только не посылались. Как соседка сказала, хоть Путину звони. Но я думаю, бесполезняк, было бы тот же самый эффект. Потому что. Короче, приехали эти товарищи и посмотрели и поняли вдруг, что на подстанции что-то сломалось, то ли что-то там сгорело, то ли там что-то сломалось. Они, ой, знаете, там что-то сломалось, а мы приехали без всего, мы думали, приедем, но посмотрим на это, вот прям вот приехали, постояли рядом с подстанцией, и сразу все заработало. И эту деталь надо заказывать, так что хрен знает, когда будет тут свет у вас, вот так. Но зато они проехали, сейчас вот так окна запотели, потому что у меня плюс 15 где-то дома, благодаря тому, что я тут готовлю. И плюс 11 где-то на улице. И прокосили нам дорогу. Вот за хрена, вот сейчас вот очень полезно, вот прям жизненно необходимо прокосить траву на дороге. Когда уже конец сезона, когда уже трава как бы никуда и не растет, когда она как бы не особо большая, чтобы ее косить, даже не то чтобы не особо большая, практически небольшая, она вообще как бы ее не надо было косить. Ну, зато они ее прокосили, как бы показывают, знаете, мы помним про вашу деревню Масеевская, вы не переживайте. Правда, мы забыли, что у вас там подстанция, хрен знает, наверное, не ремонтировалась с момента с появления Советского Союза. Где-то с начала, может быть, с момента появления электричества в Ярославской области, где-нибудь так с 40-х годов прошлого века. И вот они приехали и сказали, хрен вам. Вот такие пироги. Завтра я хотела ехать на обедишном, я еще подумала, ну что, холодно, подумаешь, я лучше на вечернем поеду. Потом я подумала, что родственники были правы ехать на обедишном. Но в сложившейся ситуации я думаю, что надо ехать на утрешнем. Вот сейчас буду это есть. Тут у меня макарошки, сливочное масло, соевый соус и этот самый свининка. И только я собралась на выход, как смотрю, думаю, что в комнате так светло стало. Свет дали зрители вообще. И я обматюгалась на радостях. И я немножко в афиге. Они так быстро сделали эту штуку, или они нашли какое-то временное решение, эти товарищи, которые, ой, у вас там что-то дофига сломалось, и оно не будет работать непонятно когда. А я тут уже кошку покормила мячиком.